Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sarasanam Udyamya Mrigayor Vanagochara Анти Садур Мрган Динан Вену Асав Эти Ароч Джана Сарасарам Санам Удамья Мригай Урвана Гочара Ханча Садур Мргандина Вену Асав Итьяно Джана Сасара Самудамья Мригай Урвана Гочара Хантья садур мргандинан Вену асавитьянодж ароджчана Сасара самудамья Мргайор ванагочара Хантья садур мргандинан Вену Асадавьяноджана. Этот мальчик по имени Вена. Сарасам. Сарасанам. Свой лук. Избо. Свой лук. Удамья. Удамья. Taking up. Взяв. Мргайо. Мргайо. The hunter. Охотник. Ванагочара. Going into the forest. Отправляясь в лес. Анти. Used to kill. Убивал. Асаду. Асаду. Being very cruel. Будучи необычайно жестоким. Мриган. Deer. Олени. Динан. Динан. Poor. Несчастных. Вена. Вена. Вена.
Asau. There he is. Вот он. Иди. Thus. Так. Road. Would cry. Кричали. Жена. All the people. Все люди. Translation of purport by Srila Prabhupada. After fixing his bow and arrow, the cruel boy used to go to the forest and unnecessarily kill innocent deer. And as soon as he came out, all the people would cry, "Here comes cruel Vina! Here comes cruel Vina!" Литературный перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Вооружившись луком и стрелами, безжалостный мальчик отправлялся в близлежащий лес и там без всякой необходимости убивал ни в чем не повинных оленей. Дело дошло до того, что, едва завидев его, люди начинали кричать: «Вот идет кровожадный Вина, Вина идет!» Purport. Kshatriyas are allowed to hunt in the forest for the purpose of learning the killing art, not to kill animals for eating or any other purpose. Комментарий. Кшатриям разрешено охотиться только для того, чтобы они могли научиться убивать. Они не должны охотиться ради того, чтобы есть мясо убитых животных или с какой-либо иной целью. The Kshatriya kings were sometimes expected to cut off the head of the culprit in the state. Чтобы царь Кшатри, если понадобится, сумел отрубить голову государственному преступнику, он должен в совершенстве владеть оружием, поэтому кшатриям разрешалось ходить на охоту. Но сын царя Анги Вена под влиянием материнской крови вырос очень жестоким, поэтому без всякой необходимости убивал несчастных животных. All the neighboring inhabitants would become very frightened by his presence, and they would call, "Here comes Vina! Here comes Vina!" Это привело к тому, что при его появлении окрестные жители, дрожа от страха, начинали кричать: «Сюда идет Вена! Вена идет!» So from the beginning of his life, he was fearful to the citizens. Таким образом, с самого детства он наводил ужас на своих подданных. End of the purport. Vrindavana Ramanarati Pasadabhumo Tatrapi Krishna Balarama Saparamulay Dhyanam Parampurama Siddharma Tuktam Dandasta Deva Prabhupada Namo Namaste. Samasara dukkha chalado padita sikama krodadi nakramukarai kavalikritasya durvashana nikaritasya narasrayasya chaitanya chandra mamade badavalambam jaladara shashibarno gobavesha kishoro sahachara gana vrindai kridamana vrjesho nataparatita vesho nilapitambaradyo jagadadana hito ramakrishna natovasmi Ванчакалпатурубишча крипасанубивача пританам пабани биовишна бибиону монама. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. It's nice to be back in Moscow with all of you. Замечательно снова вернуться в Москву и увидеть всех вас. Really nice to see that you're taking care of Tulsi Rani really good. И особенно замечательно видеть, как вы замечательно заботитесь о Тулси Рани. Because she basically gives you Krishna in the palm of your hand. Потому что она с легкостью дает вам Кришну. She gives wealth. Она наделяет человека богатством. She gives health. Здоровьем. So it's really nice that people who worship her. И очень радостно, что люди ей поклоняются. А если человек не поклоняется Туласи Деви, означает, все это ему не нужно. Здесь, в этом храме, подается хороший пример того, как служить Туласи Деви. But it's a little bit more than that. Но есть вариант, как еще более серьезно послужить ей. She is Jagadatri, the mother of the universe. Она является Джагадатри, это означает, что она мать всей вселенной. If you're ready to be a child, she is ready to be your mother. Если вы готовы быть ее ребенком, то она готова стать вашей матерью. So the mood of a child is anything for my mother. Ума настроение ребенка все для моей мамочки. You don't flinch for her, and you don't flinch for Krishna either. Не нужно сокращать искусственным образом усилия в своей в служении как Туласи Деви, так и Кришне.
Because they're not poor people, they'll pay for it. Потому что они не нищие, они все, за все заплатят. So that's basically it. You work really hard for her. Так что суть в том, чтобы трудиться как следует ради нее. And you're ready to put your head in the chopping block for her. Нужно быть готовым положить голову на плаху ради нее. And she's ready to do anything for you. Она будет готова все делать для вас. And she gives herself to the devotees. Она вручает себя своим преданным, who worship her nicely. Которые замечательным образом ей поклоняются. So that's the idea. And basically, anything that happens to her. И все, что с ней происходит. You know, bugs are there, leaves are there, some deficiency, some yellow leaves are there. Например, листья желтеют или жуки какие-нибудь за улицем. Basically, it just means she wants your attention. Все это означает просто то, что она хочет привлечь ваше внимание. She's like, she's saying, oh, you're a man, you must do something about it. То есть она как бы говорит, ну ты же мужчина, ты должен что-то предпринять. So basically that's it. Вот в чем суть. And once in Bhaktivedanta manner, the devotees were chided by Prabhupada. Однажды в Бхактиданта Мэннере преданные пожаловались Шриле Прабхупаде. They said, oh, the ants are bothering Tulsi Devi. Они сказали, что Тулси Деви беспокоят муравьи. So Prabhupada said, don't kill the ants. Шрила Прабхупада сказал, не убивайте муравьев. What to do? The ants are bothering her. А что же делать? Муравьи ее беспокоят. You should be killed for being so dirty. Это вас нужно убить, ответил Шрила Прабхупада, за то, что вы такую грязь развели. And then Prabhupada said, put turmeric. Then turmeric will keep the ants away. И так дальше Шрила Прабхупада сказал, возьмите куркуму и рассыпьте ее там, и тогда муравьи уйдут. If the ants don't go, then Tulsi will go. What to do? Если муравьи не уйдут, тогда Тулси Деви уйдет, а что делать? So this was the first time I heard that she was different from her form. Это был первый случай, когда я услышал о том, что Тулси Деви отлична от своей формы растения. She has tree and non-tree forms. То есть у нее есть форма растения и форма нерастения. This is stated in Tulsi Upanishad. Об этом говорится в Тулси Упанишад. So you'll see that. It'll come out in the Russian soon. About roughly one year. И приблизительно через год появится русское издание книги, которое называется Тулси Амрита. So we have to lay it out and we have to present it and the Philosophical Knigga will print it. Нам нужно ее предоставить в издательство «Философская книга», сверстать как следует, напечатать. Then you can get it. И тогда она у вас появится. Like this. But basically the bottom line is you have to serve her intensely. Но суть в том, что служить ей нужно интенсивно. And she'll take care of you. Don't worry about it. И тогда можете не волноваться, она о вас позаботится. Sometimes for her it's really intense. Иногда приходится ради нее прикладывать реальные усилия. In Vrindavan there was a heavy hail storm in last year in March. В прошлом году в марте во Вриндаване был очень сильный град. It was the end of March. В конце марта. And it broke a lot of stained glass panels. И множество стеклянных витражей было побито этим градом. It means she wanted to change it. Это означает, что она захотела, чтобы эти витражи заменили. And like that. Вот так. So I took out a loan. It's really expensive. I took out a loan to fix it. Я залез в займы, взял займы, чтобы починить это все. It's basically two times 5 lakhs is 10 lakhs of rupees. Два займа по 5 лакхов рупий, итого 10 лакхов рупий. It's almost the same price as rubles. The same price as what? Well, 10 lakhs of rupees is about 10 lakhs of rubles. А, то есть курс рупий и рублей практически одинаковый, соответственно, сумма та же самая в рублях. Almost the same. Более или менее. Like that. It's really expensive stuff. Это очень дорого обходится. So I was in anxiety about it. И вот я беспокоился по поводу этой ситуации. And I prayed to her in Purushottam Adhik Mas in July. И когда был июль, месяц Пурушоттама, я молился ей, чтобы она подсказала мне, что делать. And she said, она сказала, I go, I was in anxiety. I said, what will happen, mother? Я беспокоился и говорил, о, мать, что же произойдет, что же случится? Don't worry about it, you'll get it. Она ответила, не волнуйся, все ты получишь.
But she's not going to tell you how or when you're going to get it. Но когда и как она говорить не станет. Because she's just like Krishna, she wants you to think of her. Потому что подобно Кришне, она хочет, чтобы мы о ней думали. Just like if you can ask Krishna whatever you want. Кришну можно просить о чем угодно. And you can and Krishna will say in your heart whatever he wants to say. И Кришна из сердца скажет нам, ответит то, что Он сочтет нужным сказать. Но когда и как произойдет то, о чем идет речь, Он не будет нам говорить. Потому что хочет, чтобы мы о Нем думали. А если мы о Нем думаем? It's stated in Bhagavad Gita 18:58. То тогда, как говорится в Бхагавад-гите, текст 18:58, говорится, что если возникает сложная ситуация, то, памятуя о Кришне, можно с легкостью по Его милости эти ситуации пройти. So our business is to think of Krishna, and his business is to do everything else. Так что наша задача в том, чтобы помнить о Кришне, а его дело в том, чтобы делать все остальное. Now in this shloka, Vena is killing animals. Итак, в шлоке, который мы сейчас читаем, говорится о том, как Вену убивал животных. And it was really instructive as Maharaj Anga, his father, said, "I think a bad kid is better than a good kid." Is better. Yes. Представляет интерес то, что его отец Анга сказал, что, на мой взгляд, плохой ребенок лучше, чем хороший. Потому что будь у меня хороший ребенок, я бы был очень сильно привязан к своей семейной жизни, к жене, к детям. Now I can really give it up. А сейчас я могу с легкостью от этого отказаться. And he did so in the middle of the night, and nobody knew where the hell is he. Так он и поступил, посреди ночи ушел, и никто не узнал, куда он ушел. So the gundas were harassing the people. Who harassing people? The thieves. Итак, разбойники издевались над людьми. So the brahmanas put Vena in charge of the kingdom. И брахманы возвели Вену на престол. So this is the story about Maharaj Vena. Такова история Махараджи Вены. He was basically the father of Prithu Maharaj. Он является отцом Притху Махараджа. So it's interesting stuff. Интересная штука. That even if your descendant was not so good. Так что даже если потомки наши не так уж хороши. See, what happened was Vena was the son of the mother of Vena was death person, the daughter of death personified. Матерью Махараджи Вена была дочь олицетворенной смерти. So that is not a good birth. Не такое уж благоприятное рождение. So that because of this, Maharaj Anga tried to be a father, but he couldn't do it. Махараджа Вену tried, or who tried? Maharaj Anga tried to be his father. И по этой причине Махараджа Анга пытался быть отцом, но у него не получалось. But he couldn't do it. Не получалось у него. Because the boy was destined to be a bad kid. Потому что по судьбе ему предназначалось иметь плохое потомство, плохого ребенка. This teaches us that there is no guarantee that the child will be a devotee. И это нас учит тому, что нет никакой гарантии, что дети станут преданными. But what is guaranteed is the child will be a burglar. That's guaranteed. То, что они станут грабителями, это гарантировано. The male child picks the mother's pocket, and female child picks the father's pocket. Мальчики опустошают карманы, кошельки мам, а девочки кошельки пап. Legalized burglar. Это называется узаконенный грабитель. It's basically Shrimad Bhagavatam 8:22 verse 9. Об этом говорится в Шримад Бхагаватам, 8-я песня, 22-й текст, 22-я глава, 9-й текст. See, Prahlad Maharaj
Bali Maharaj is quoting Prahlad Maharaj. Bali Maharaj в этой шлоке приводит слова Прахлады Махараджа. Because Prahlad Maharaj was more important in his character development than his father Virojana was. По той причине, что Прахлада Махарадж сыграл в формировании характера Бали Махараджа гораздо более важную роль, нежели его собственный отец Вирочана. So he says, what is the use of the relatives that plunder all the money could be used to serve Krishna? Итак, в этой шлоке он говорит, что толку от родственников, которые только тянут денежку, которую можно было бы занять в служении Кришне. So Prabhupada is lecturing on this shloka. Шрила Прабхупада давал лекцию по этой шлоке. If a burglar comes, you call the police. И он там сказал, если к вам приходит грабитель, вы зовете полицию. If your spouse and child comes, this is love. А если с тем же намерением к вам приходит супруга и дети, то это называют любовью. It's interesting stuff. Интересная штука. And if the child is better, is good, the parents are better. Если дети хороши, это значит, что родители у них еще лучше. I learned that the hard way. Я через многое прошел, чтобы это понять. In 1994. В 1994 году. Before I had a schedule. До того, как я начал составлять расписание своих поездок. One child in Madurai, in South India, said, "Please visit my parents." Один преданный из Мадурая попросил меня навестить его родителей. And he gave a Tamil letter introducing me to his parents. Он написал письмо на тамильском языке, пригласительное письмо, адресованное его родителям. I didn't know one word of Tamil. I still don't. Я не говорил по-тамильски и до сих пор не говорю. It says if you put a marble in a can and shake it, that's Tamil. Если взять тростник сахарный, взять кусок мрамора и этим куском в тростнике пошевелить, то получится звук, похожий на звучание тамильского языка. So basically that's it. Вот такой звук приблизительно. So I went to his parents' house. It is Nanguneri, a town of Brahmanas. Итак, я отправился в город Брахманов, который называется Нангунери, где жили родители того преданного. It is near Nagarkoil, the tip of India. Находится неподалеку от Нагаркуила. And I landed up in the bus stand, and I didn't know how to turn left or right. Выйдя на автобусной остановке, я даже не знал, куда дальше повернуть, налево или направо. So I handed the letter to a rickshawwala. Я показал это письмо рикшавале. And he read the letter. Он прочитал его. And then he said, "Oh, I know this guy, big man in town." И сказал, знаю этого человека, он тут значимая фигура. So he took me to his parents' house. И привез меня в дом родителей того преданного. Я ни слова не говорил по-тамильски, они ни слова по-английски не знали. Но только увидев моих божеств, они тут же мне выдали все необходимое для поклонения им. So about 4 hours later, when I finished my deity worship. И когда прошло 4 часа, и пуджа была закончена. Some of the ladies, along with some of those who knew English, женщины того дома в сопровождении друзей, которые говорили по-английски, took me to have darshan of the big deity. Отвели меня на даршан к божеству. When they took darshan of the big deity, they got prasadam and they became happy. Получив даршан божества, они получили прасад, стали счастливыми, радостными. So the ladies started to put flowers in their hair. Начали цветочный прасад класть себе на головы. And I asked them, "What are you doing?" Я спросил, а что это вы делаете? They said, "You know, South Indian girls, they put flowers in their hair." И они мне ответили, ну, вы знаете, мы вот южноиндийские девушки, мы кладем эти цветы себе на головы, на волосы. These are not ordinary flowers. Это необычные цветы. It's from Narayana. It'll purify our brains for our domestic service. Они от Господа Нараяна, они очищают ум и помогают лучше справляться с домашними обязанностями. Oh, what a nice realization. Я услышал это и подумал, какое удивительное понимание. So since 1994, when I have prasadam for my deities, и вот с 1994 года, всякий раз, когда у меня есть цветочный махапрасад от божеств, I'll tell people, put it in your hair. Я людям говорю, кладите себе на голову его. Interesting stuff. Интересная штука. So the word kshatriya means kshatriyate iti kshatriya. One who saves one from hurt is called a kshatriya. Итак, определение кшатрия таково. Кшатрия — это тот, кто избавляет других от боли. So they have to do a lot. Им ради этого приходится намного идти. And they have to judge the public, who's the offenders and who's brought in front of them. Им приходится вершить правосудие, определять, кто прав, кто виноват. There was a devotee from South Africa. В Южной Африке был один преданный.
He's married now. He's living in Los Angeles. Сейчас он женат, живет в Лос-Анджелесе. And he wrote me a letter. Он письмо мне написал. Standard letter, you know. Стандартное, типичное. Brahmachari is having problems with the girls. What to do? Брахмачари, у него проблемы с девушками и вопрос, что делать. So then I asked Krishna, what do I say to him? Я спросил у Кришны, что мне ему ответить. And he told me in the heart that I should look at volume number 12 of Kashari Mohan Ganguly's Mahabharata translation. И Кришна из сердца подсказал, что мне нужно обратиться к 12-му тому издания Махабхараты. And I only read the first volume and the end. На тот момент я от корки до корки прочитал только первый том. And he said it so intensely that you better do what he says exactly that. А Господь из сердца так энергично подсказывал, что было проще подчиниться этой подсказке. So then I opened it up. Итак, я открыл эту книгу. And then right there, и тут же, in the page, прямо, because it was planned by the Krishna, прямо вот на нужной странице открыл, потому что все устроил Кришна. Was a whole story. Там была целая история. Maharaj Yudhishthira was asking Bhishma Pitamaha. Махараджа Юдхиштхира задает Бишме вопрос. That the men are always running behind the women. Он задает такой вопрос. Мужчины всегда стремятся к общению с женщинами. If the women are the cause of all maya for the men, why are the men running behind them? И чего это они так поступают, если женщины на самом деле являются источником майи для них? So it's basically Rajanushasana Parva. It's basically kingly administration. Раджа Анушаршана Парва, часть Махабхараты, в которой описывается, как царь должен управлять государством. It's basically one-third or one-fourth of the entire Mahabharata. По объему это около четверти или около трети всей вместе взятой Махабхараты. And Maharaj Yudhishthira is asking, and Bhishma Pitamaha is speaking. Итак, Махараджа Дхиштхира задает Бишме этот вопрос, и Бишма Питамаха отвечает ему на этот вопрос. It's interesting. Интересно. About Bhishma Pitamaha, then he didn't want to do it, the job. Бишма не хотел на самом деле отвечать на этот вопрос. He complained to Krishna that I'm on my deathbed, I'm about ready to die. Он сказал Кришне, я нахожусь на своем смертном ложе и уже готов оставить тело. And there's not two finger space where there's not an arrow of Arjuna. А? There is hardly two finger space where there is not an arrow of Arjuna. И стрелы настолько плотно унизаны в этом ложе, что даже нету пространства даже размером в один палец, где бы ни было этой стрелы, которую послал Арджуна. That was so Bhishma was really in trouble. Бишма был в затруднительном положении. But Krishna really wanted Bhishma to do the job. Но Кришна очень хотел, чтобы Бишма это сделал. So he said, take this benediction, Bhishma. Поэтому он сказал, прими, о Бишма, благословение. That as long as you speak, all the words of the Vedas will be manifested on your tongue. Пока ты говоришь, все веды, все слова вед будут проявляться на твоем языке. And as long as you speak, all the pain of Arjuna's arrows will not be felt by you. Пока ты будешь говорить, ты не будешь испытывать боли от стрел Арджуны. So when you look at Raja Anusharsana Parva, итак, если заглянуть в эту Раджа Анушаршана Парву, then it looks like it's a pretty calm man. Looks like what? Calm man. Calm man? What is calm. It? Calm. Peaceful. Peaceful man. Calm man. It looks like meant for. It looks like. Создается впечатление, что тот, кто ее повествует, находится в спокойном состоянии, умиротворен. It's like normal. One would not think he's a person in pain. То есть не создается впечатление, что эту часть рассказывает человек, который испытывает боль. It's interesting stuff. Интересно. And so the whole thing was manifested in the book. И так вот все это проявлено в этой книге. We'll tell you the stories. И сейчас будет история. So the story was, first of all, Narada Muni asked an apsara. Однажды Нарада Муни спросил у апсары. Tell me the nature of women. Опиши мне, пожалуйста, природу женщины. She said, I'm not going to speak that. Она сказала, не буду. How come? Как так? Well, I might be biased. I might not speak the truth. I might be biased against them.
Как же я могу говорить эту истину, эту правду? But you don't have to worry as long as you speak the truth. Нарада отвечает ей: "Но тебе не о чем волноваться, пока ты говоришь истину". Oh, you want me to speak the truth? А, так ты хочешь, чтобы я истину сказала, правду сказала? Yes, please do. Да, пожалуйста, расскажи. Then it's like a page and a half of scathing criticism. И дальше на полторы страницы идет очень, очень, очень критический отзыв относительно природы женщин. The only good thing that it, that she said was, if she's in charge of the, if she's, she can help the husband do religious principles. Единственное хорошее, что на этих полутора страницах про женщин встречается, так это то, что она может помогать мужу в совершении религиозных обрядов. So first of all, I think, is he really anti-women? What is Vyasadeva anti-women? Первое, что у меня возникло при прочтении этих полутора страниц, это впечатление, а не является ли Вьясадева случайно жена-ненавистником? А потом я сообразил, что на самом деле он хороший репортер. Because he used a girl, an apsara, as a dancing, beautiful girl that other girls cannot come up to. Потому что для преподнесения этой информации он воспользовался красивой, прекрасно танцующей апсарой, которая вот дала это знание, которое бы не дали бы обычной девушке. To speak the truth about ladies. Она говорит чистую правду про женщин. So that other ladies would shut up. И остальные женщины просто должны умолкнуть, просто услышав это из ее уст. Then there was another story there. Еще одна история. That was there because Mahabharata is a story within a story within a story within a story. Потому что Махабхарата — это что такое? Это одна история в другой, в другой, в другой, в другой и в другой. So it keeps you going. И таким образом поддерживается интерес. So there was another story that of a karmakandic brahmin. Еще одна история про брахмана, который совершал ритуалы кармаканды. His name was Deva Sharman. Его звали Дева Шарма. And he was going to leave and do a yagya. Он отправлялся совершать ягью. And he said to his disciple Vipula that Indra likes my wife Ruchi. И он сказал своему ученику Випуле о том, что Индре очень нравится его жена, которую зовут Ручи. So you should protect her. Ты, Випула, должен ее защитить. And he left. Сказав это, он ушел. So then Vipula was thinking, look, I'm a brahmachari. How am I supposed to protect Guru Patni? А Випула задумался: я же брахмачари, как мне защищать Гуру Патни? So he stayed opposite of her and fixed his eyes upon her and controlled every muscle in her body. И тогда Випула встал напротив Ручи, жены Дева Шармы, начал прямо на нее смотреть и контролировать все ее сознание и каждый ее мускул. So it's really interesting is that Indra, seeing his opportunity came. И вот неожиданно явился Индра. And Indra tried to speak to her. Он попытался заговорить с Ручи. She tried to rise up to greet him. Он попытался поприветствовать ее. But she couldn't move a muscle, she couldn't do anything. Она попыталась ответить ему, но не могла ни мускулом пошевелить. Then Indra tried to speak to her. Индра снова попытался поговорить с ней. She tried to reply. Она попыталась ответить. But she couldn't, because all her muscles were controlled. Но у нее не получалось, потому что все ее тело находилось под контролем. Then Indra understood this brahmachari is controlling this lady. Тогда до Индры дошло, что эту женщину контролирует брахмачари. Then Vipula came back to his body and blasted Indra. Затем Випула вернулся в свое тело, уже в свое тело вернулся и дал Индре благословение. And then Indra left. После этого Индра ушел. Then afterwards Deva Sharman came back. И наконец вернулся Дева Шарма. So Vipula said, "Here's your wife back." Випула сказал: "Вот твоя жена, забирай обратно." So then there was an apsara. There was a girl. Итак, была одна апсара. Some girl who was visiting Ruchi. Которая пришла в гости к Ручи. And she said, Ruchi said,
Hey, those are nice flowers in your hair. They're unfaded flowers. Are there more there? Она сказала: какие у тебя в волосах замечательные красивые цветы. А есть ли еще цветы? She said, yeah, there's more there. И та ответила: да, есть еще цветы. The moral of the story is: don't take everything. Leave something there for others. Вывод из этой истории такой, что не нужно все себе забирать, нужно и другим что-нибудь оставить. Said, Vipula, bring the flowers from my Ruchi. Тогда Дева Шарма сказал: Випула, иди принеси цветы для моей жены Ручи. So Vipula went to the forest. Випула отправился в лес. Then there were two men. И там было двое. He saw the stepping first. I step first. Now I step first. Now I step first. Now I step first. Because you're speaking like that, you're going to meet the same end as the regenerate Vipula. И они между собой спорили. Это я сделал первый шаг. Я сделал. Вот раз ты говоришь со мной таким образом, тебя постигнет та же участь, что и этого Випулу. Vipula is holding his head. What have I done? И Випула схватился за голову и начал думать, что ж я такого натворил. Oh well, I have to get the flowers. Ну так или иначе, все равно цветы нужно принести. So he went on his way, and then he saw six men. This is my turn. No, it's 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 my turn. Because you're speaking like that, you're going to meet the same end as the regenerate Vipula. И дальше по дороге ему встретились шестеро, которые между собой спорили. Сейчас моя очередь. Вот раз ты со мной так говоришь, то тебя постигнет именно такая участь, как вот этого Випулу. И Випула подумал: ну, что же я такого сделал? He got the flowers and he came back. Так или иначе, он достал цветы и вернулся. Then his guru David Sherman says, Vipula, did you see anything in the forest which is really remarkable today? Дева Шарма, его гуру Дева, принял цветы и спросил Випула: не видел ли ты сегодня в лесу чего-нибудь удивительного? I saw two men stepping, and when they were saying, I step first, no 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 I step first, because you're speaking like that, you're going to meet the same end as the regenerate Vipula. What did I do, Guru Maharaj? И Випула ответил: я встретил двоих, которые между собой спорили, кто из них сделал первый шаг, а потом один из них другому сказал, что его за такие грубые слова постигнет та же участь, что и Випулу. А что же я такого сделал, Гуру Махарадж? So then David Sherman says, this was the sun and the day and the night. You cannot stay. Who steps first? И кто это такие, Гуру Махарадж? Кто это такие эти двое? И Дева Шарма ответил: это день и ночь, и невозможно никогда определить, что закончилось, а что началось. They say everything that you do. Все, что ты делаешь. So then he said, then Guru Maharaj, I saw six men. Затем Випула начал рассказывать дальше: Гуру Махарадж, я видел шестерых. And they were saying, I step first, now 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 I step first. Who are they, Guru Maharaj? Они тоже между собой спорили и говорили: теперь моя очередь, 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 теперь моя очередь. Кто они такие, Гуру Махарадж? He said, these were the six seasons. You cannot say who steps first, because it is, you know, whose time it is, because they go like that. Кто это такие, Гуру Махарадж? А это шесть времен года, тоже невозможно понять, что закончилось, а что началось. And they said that because you're speaking like that, therefore you're going to meet the same end as the regenerate Vipula. Один из них другому сказал, что если будет за то, что так поговорил с ним, его постигнет та же участь, что и Випулу. So then David Sherman says, you have to think what you've done wrong. Что же я сделал не так? И Дева Шарма ответил ему: ты сам должен подумать над тем, что ты сделал не так. Then Vipula thought about it and thought, oh, I understand, Guru Maharaj. Vipula подумал и сказал: о, Гуру Махарадж, я все понял. When I protected your wife from the machinations of Indra. Когда я защищал вашу жену от происков Индры. And I gave her back to you. А потом вернул ее вам обратно. I didn't tell you, I was untruthful, I didn't tell you about how I did that seva. Я не был правдив с вами, потому что не сказал, как я осуществил эту севу. And he says,
Yes, my dear boy, now you can be liberated. Девашарма ему ответил: "Да, дорогой мой мальчик, теперь ты можешь обрести освобождение". So I told this story. This South African devotee came to my room. Итак, когда в мою комнату пришел этот преданный из Южной Африки, я рассказал ему эту историю. And he read the 13 pages. И он прочитал 13 страниц из этой Махабхараты на эту тему. It's interesting stuff. Интересная штука. That Krishna will take care of his devotees, and he'll even tell you where to find it. Кришна не только заботится о своих преданных, но также и говорит о том, где что можно найти. If you're having trouble finding it, he'll tell you where to find it. Если у вас какая-то проблема, он вам подскажет, где найти решение. So Vena was killing animals. Итак, Вену убивал животных. Kshatriyas are allowed to kill animals because they have to cut the head off of some people that they judge. Кшатриям разрешено убивать животных, потому что им также приходится рубить головы тем, над кем они вершат правосудие. It is basically an eye for an eye. То есть вот такая методика: око за око. Sometimes the thieves would have their hands cut off. Иногда воров постигает такая участь, то есть им рубят головы. His right hand is cut off. It means he has to eat with руки his left hand. Рубят. Правую руку рубят. Which means he has to eat with his left hand. Это означает, что еду себе они будут уже просить левой рукой. Им придется есть левой рукой. So it sends a message that don't steal. И какой вывод из этого? Воровать не надо. It sends the message to the citizens, do not steal. Это наглядный пример всем остальным гражданам, что воровать не надо. If they would cut the head off of a person who committed murder. А те, кто совершали убийство, лишались головы. So it sends a message to people that murderers get caught. You know, it is not right to murder. Murderers get caught. It is not right to murder. Чтобы гражданам тоже было понятно, что нет у них права совершать убийство. So that is the idea. Вот такой подход. Some people say that the kshatriyas were allowed to eat meat. Иногда люди говорят о том, что кшатриям можно было употреблять в пищу мясо. But it's quite rare that they did so. Но это происходило довольно редко у них. And when somebody asks that question, I say, "But you're not a kshatriya." Один преданный однажды задал мне этот вопрос, и я ему ответил: "Ну ты же не кшатри." Some people ask about eating before Akadasi hits. А некоторые преданные задают вопрос о том, можно ли и как вот принимать пищу перед тем, как начнется непосредственно Экадаши. And I ask them, "Do you want to become a Ramadan Muslim?" Я отвечаю им: "Вы что хотите мусульманином стать, который Рамадан соблюдает?" Уподобиться. We don't. We just want to follow the principles. We don't what? We don't want to become a Ramadan Muslim. Uh-huh. We want to follow their principles. Но мы же не хотим стать такими мусульманами. Мы хотим следовать принципам. It's basically the same thing. Тут то же самое. So we'll stop here and ask for questions. И на этом мы лекцию закончим и послушаем ваши вопросы. If you've got a question, you have a relationship. Если есть вопрос, означает, есть отношения. And if you don't have a question, where is your relationship? А если вопросов не возникает, то где же эти отношения? The Sanskrit word manishanam means intelligent. Слово на санскрите manishanam означает разум. And manu means human being. Другое однокоренное санскритское слово manu означает человек. So it means if you don't have a question, look in the mirror and ask yourself, am I a human being? И вывод такой, что если вопросов нет, нужно подойти к зеркалу, посмотреть туда, задать себе вопрос, а человек ли я? The written questions are the best. Лучшие вопросы это вот, которые вы пишете на записках. Because they're anonymous, nobody knows who wrote it. Они анонимные, никто не догадается, кто написал. And it helps a person to edit with their thinking. Пока человек его пишет, он может отредактировать, хорошо сформулировать вопрос. And to stop any criticism, like why are you asking this question? И не навлечет на себя критику, то есть никто его не спросит, от чего ты задал такой вопрос. Don't harass the translator. Please write legibly. Не мучайте переводчика, пишите разборчиво. And if we don't get questions from the kids, we're all in trouble.
Если дети не задают вопросов, означает, наше общество находится в опасном положении. And it doesn't matter what question, spiritual question, material question, doesn't matter. Вопросы могут быть любыми, духовными, материальными, это не имеет никакого значения. Something is better than nothing at all. Что-то это, в конце концов, лучше, чем совсем ничего. Если листики туласи падают на землю или на пол, то можно их использовать для предложения Кришне или нет. Если нельзя предлагать такие листики Кришне, то куда их девать? В костер? Закапывать или в речку? Как поступить, чтобы не совершить оскорбление? Вот. Как поступить, чтобы не совершать оскорбление по отношению к Туласи Деви? So, if the Tulasi leaves are falling on the ground or on the floor, can we use it again for, can we use it for offering to Krishna or not? And if we cannot, what should we do with them? To burn it, to put it in earth, or to put it in a river? What to do for avoid offenses to Tulasi Devi? Yeah, you can use dry leaves that fall from her. Можно использовать сухие листья, которые естественным образом опали с растения. Because in Hari Bhakta Vilas it's stated that Krishna can give up four kinds of flowers. В Хари Бхактивиласе говорится, что ради того, чтобы заполучить сухой лист туласи, Кришна готов отказаться от четырех видов цветов. Green is better than dry. Конечно, свежие листья лучше, чем высохшие. But not everybody has green leaves. Но не у всех они свежие есть. Specifically in the winter. Особенно когда зима. She's known as Pushpashara, the essence of all flowers. Eight names of Tulsi in Brahma Vaivarta Purana. Brahma Vaivarta Purana перечисляются восемь имен Тулси. Одно из них Пушпасара означает суть всех цветов. So if you don't have a flower in the middle of the winter, then you can offer one leaf, and that's the same. Если зимой у вас цветов нет, вы можете вместо них предложить один лист Тулси, и это будет то же самое. Еще? Есть в интернете вопрос? А, давайте. Вот уже Евгений Кощеевый. А, может, вы микрофон, у вас есть микрофон какой-то, чтобы прочитать прямо? Еще нет. Нету, да? Что делать, не знаю. Потом повторю, да? Давайте. Хари Кришна, дорогой Махарадж, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, при какой температуре нужно растить туласи? Можно ли проветривать помещение при ней в зиму или выносить ее? Какой температуре выращивать туласи? Нужно растить туласи, да, и можно ли при ней проверить помещение, где вы So we have two questions related to Tulsi worship. The first one is what is the best temperature in which we can keep Tulsi plants? Probably about 20 degrees centigrade. 20 to 30 degrees centigrade. От 20 до 30 градусов выше нуля по Цельсию. It is roughly beyond 55 degrees Fahrenheit. И если будет температура выше 55, то это уже чересчур. And the second question is such that if, for example, winter, as we have now, can we open the window in the Tulasi room? Can we do it to make the air fresh? For how long? Насколько вы хотите по времени открыть это окно? This is some people say that like it's for fresh air. It's a bunch of propaganda. Это все просто болтовня, когда люди говорят проветрить. You don't have to do it. Не обязательно. You can leave the window closed. Можно открытым окно оставить. Unless you're going to be there and close it right away. Ну или исключение, если вы прямо в этой комнате находитесь и его открыли, тут же закроете. It's like propaganda. Болтовня. It was interesting is that in 1973 I thought, hey, the Vaishnavas don't eat onion and onion and garlic, but they're vegetables, right? В 73-м году я задумался, вайшнавы не употребляют в пищу лук и чеснок, но ведь это же овощи. I found two
pramanams about it. Я нашел относительно этого две праманы, ведических подтверждения, доказательства на санскрите. One is Mohini Murti cut off the head of Rahu. Первое – это история о том, как Махини Мурти срубила голову демону по имени Раху. Rahu sat between Surya and Chandra and tried to drink the nectar. Раху расположился между Сурьей и Чандрой и попытался выпить нектар и бессмертия. And Surya and Chandra fingered Rahu. Сурья и Чандра показали пальцами на Раху. So Mohini Murti cut the head off of Rahu. И Махини Мурти снесла ему голову. But then Rahu had drunken the nectar. Но Раху испил этого нектара. So the head rose up and became perpetual. Поэтому голова, снесенная, стала вечной. The body of Rahu became Ketu, undecisive. Undecisive? What yeah. is it? Undecisive. I can't decide. Ага, и не было понятно, что делать с телом Раху. That was so. So that later on became rejuvenated also. Поэтому позднее это тело было возвращено к жизни. These are that was interesting. Это интересно. Then there was another pramanam that one sage was doing. Gastimuni, Gautamuni was doing a Gomeda yagya. Еще одна прамана о том, как мудрец по имени Гаутама Муни совершал гомедха-ягью. Just to test the effectiveness of the mantras. Для того, чтобы проверить эффективность действия мантр. And his wife Ahalya wanted to taste the flesh of the old cow. Его жене захотелось попробовать плоти старой коровы. She didn't get away with it. Her husband caught her. И она была поймана, что называется, с поличным в этом при этом поступке. From the red flesh sprung onions, and from the white flesh of the cow sprang garlic. Итак, от части мяса, которое красного цвета, произошел чеснок, а от белого цвета части мяса произошел лук. So my biology teacher said. Мой преподаватель по биологии сказал однажды. That the onion plant does not have a proper excretory system. Что у лука нет достаточной степени развитой выделительной системы. So the nice taste that people like is the stool of the onion plant. То есть вот этот вкус прекрасный луковый, который людям так нравится, это не что иное, как испражнение самого лука. So I handed him the Gita. The Gita in 17:10 says. В Бхагавад-гите в 17:10 шлоке говорится. That yata yam yam gatara syam puti parishitam chayat uchastam apicha medyam bojanam tamasa priya. Foods like to those in the mode of ignorance are putrid, stale, tasteless. Cooked more than 3 hours before being eaten, and consisting of the remnants of others, is liked by those in the mode of ignorance. Там перечисляются качества пищи, находящейся в гуне невежества, та, которая была приготовлена больше чем 3 часа до, протухшая, несвежая, гнилая, дурно пахнущая, являющаяся объедками других людей и так далее. Такие качества. So my biologist teacher said. Hey, this is a nice book. How much is this? $5. Everyone got Bhagavad Gita, including the principal. Я показал эту Бхагавад Гиту своему преподавателю биологии. Он спросил, почем? Я сказал, $5. И он взял книгу у меня. Interesting stuff. Интересная штука. So he told the story about the onion plant. Итак, вот он рассказал мне эту историю про то, что такое лук. That's interesting. Это было интересно. That helps us out. Это помогает, такое знание. And the two pramanams describe about ayakak. И еще есть две праманы относительно лука, чеснока. What about pramanas about garlic? You're not going to tell it. What about? Garlic pramanas. Imagine. Okay. Можно ли заботиться о Туласе человеку, который пока не повторяет мантру, но в будущем, по милости Туласи Деви, может начать?
Can a person who still doesn't chant Hare Krishna, but maybe in future by Tulsi Devi's mercy can begin to do it, can such person take care of Tulsi Devi? Yes. Да. We mentioned a story from Nizhny Novgorod. Мы рассказывали однажды историю, связанную с Нижним Новгородом. That in the middle of the winter, a lady had to come to Moscow to make money. Посреди зимы одной девушке потребовалось поехать в Москву на заработки. It's quite common, you know. Это довольно обычное дело. Money is in Moscow. Обычное дело. 90% всех денег крутится в Москве. Now this is in the middle of the winter in Nizhny Novgorod. Дело было посреди зимы в Нижнем Новгороде. And I've been in that city in the middle of the winter. I've been in the city in January. И я был в этом городе однажды в январе посреди зимы. It's like negative 19 centigrade in the shade. Очень там было холодно. And once I was there and I saw a child who was on a swing with his mother. Однажды я, будучи там, увидел ребенка со своей матерью, с его матерью. And the child was swinging on the swing, and the mother was standing nearby. This was negative 19 centigrade. И наблюдал, как они вместе мерзли. And at negative 17 centigrade, I saw teenagers laughing and smoking outside of the terminal in Nizhny Novgorod. А еще я видел, как на морозе подростки курили прямо на открытом воздухе неподалеку от метро. Negative 19 centigrade, not such a bad temperature. Холодно, казалось бы, но вот им не холодно. Because they were acting like as if it's pretty common, not a problem. Потому что для них-то это дело обычное, ничего такого. So this, so then I'm going to go to Moscow for 2 months to make money. So then who's going to take care of my Tulsi plant? Так, девушке потребовалось на 2 месяца съездить в Москву за деньгами на заработки, и она задумалась, кто будет заботиться о моих Тулси. So she gave the Tulsi plant to her neighbor. Она передала это растение своей соседке. And the neighbor asked, "What is this?" Соседка спросила, это чего? And she says, "This is a plant from India." Она ответила, это растение из Индии. Well, what do I do? Что с ним делать? Just give it water and sing songs. Ну, поливай просто и песенки пой. I didn't ask her. I didn't ask her, what did you sing? Я не спросил у нее, какие именно песенки она пела. Because I didn't, the mistake was made, I didn't know her name also. Потому что я допустил ошибку, не узнал, как ее зовут. So I asked the temple president, he doesn't know, the right-hand man doesn't know, and a girl from that city doesn't know her either. Ее имени не знает ни президент храма, ни помощник президента, ни та девушка, никто не знает. Нельзя выяснить. And I've been asking, but nobody knows. Я спрашивал, но так и не выяснил, никто не знает. At the end of a Tulsi seminar I gave there, then she came up to me and she told me the story. Она рассказала мне эту историю про себя, когда я заканчивал читать семинар про Тулси Деви. That how she became a devotee. Она рассказала о том, как она стала преданной. So she gave a vodka and she was thinking, what am I doing? What kind of life am I leading? Она задумалась, что же я делаю? Что за жизнь я проживаю? So within 2 weeks she became a devotee. И за 2 недели она стала преданной. And she gave a vodka and selodka in 2 weeks. За 2 недели отказалась от водки и селедки. And for a young Russian girl, that's pretty good. Это хорошее достижение для юной русской девушки. This is in the middle of the winter. Да еще посреди зимы. Then she got a Bhagavad Gita on the streets of Nizhny Novgorod. На улицах Нижнего Новгорода ей распространили Bhagavad Gita. This means there are very few book distributors these days. She gets mercy. В те дни было. She was marked. Было немного распространителей книг, это означает, что она обрела милость. Then in the Bhagavad Gita it said, "Please come and visit our temple." А в Бхагавад-гитах мы пишем: приходите в наши храмы. So who buys our books and comes to the temple? Кто же покупает книгу на улице и приходит в храм? She did. Она вот сделала это. Then when she got to the temple, she was invited to take prasadam. Когда она пришла в храм, ее пригласили на прасад. They had a cafe with about 4 tables. Там есть кафе на 4 столика. Then after taking prasadam, you know, who buys our books, comes to the temple and eats prasadam? Кто берет книгу на улице, приходит в храм и в храме вкушает прасад? She did. Она вот прошла через это.
Then after she took prasadam, she was invited to see Gaur Nitai. После просады ее пригласили на даршан к божествам Шри Гаур Нитай. Now who buys our books, comes to the temple, eats prasadam, and goes see Gaur Nitai? Кто берет книгу на улице, идет в храм, принимает там просад, потом идет к божествам? She did. Она вот сделала. Then afterwards she saw Gaur Nitai, she saw Tulsi Rani growing next to her, next to the deities, and she goes, oh, I got a plan like that. А потом в алтарной комнате, увидев Шри Гаур Нитай, она там же увидела Тулси Деви и сказала, а у меня вот такое же растение есть. And all the devotees laughed. They understood that she made her devotee from scratch. И преданные рассмеялись, потому что радостно, потому что они поняли, что Тулси Деви сделала из нее преданную. She knew nothing of the philosophy. Nobody preached to her. Никто ей не проповедовал, никакой философии она не знала. So anybody that serves her will become better than they were before. Любой, кто будет ей служить, станет лучше, чем он был раньше. Then it's all right. You can have them serve Tulsi Devi, and by serving her, then they'll become better than they were. Так что да, можно Тулси Деви служить и благодаря этому служению стать лучше, чем был раньше. So one devotee who wrote the light chart in my book. Один преданный, который написал одну из глав в моей книге. When he first saw Tulsi Devi, he was attracted to her. Привлекся Тулси Деви, когда впервые ее увидел. It was his propensity. Propensity? Yeah, to do it. Такова у него склонность была. So the temple president allowed him to serve Tulsi Devi. Президент храма позволил ему служить Тулси Деви. He wasn't initiated at all. Тогда у него не было посвящения. So he says, chant four rounds for her. Ему сказали, повторяй ради нее четыре круга. So he was chanting 20 a day and serving Tulsi Devi. Он повторял круги и служил Тулси Деви. Pretty interesting. Очень интересно. Если царь Анга был праведный, то почему он женился на олицетворенной смерти, а не на другой женщине? Это лила Кришны или что? If царь Анга was a pious person, why he did married on death personified? Is it lila Krishna or what? I don't know. What? Не знаю. Compatibility is really key. В прачных отношениях совместимость играет важную роль. Because if you want to get married, then the joke is he likes Krishna, she likes Krishna, doesn't mean they're gonna like each other. Допустим, кто-то захотел жениться, а есть такое изречение: Кришна нравится ему, Кришна нравится ей, но это не означает, что они понравятся друг другу. So that's important. It's important for compatibility. Совместимость очень важна. And a person who wants to be a grahastha should take shelter of grahasthas. They know it. They can set them up. Человек, желающий стать грехасткой, должен принять прибежище у других грехаст, которые помогут ему освоиться в этой ситуации. The more astrological compatible the couple is with each other. Чем больше совместимости будет между ними с астрологической точки зрения, then it means they will suffer less. Тем меньше они будут страдать. The less compatibility they are, they'll suffer more. И чем меньше совместимости, тем больше будет страданий. Suffering is guaranteed. Страдание гарантировано в любом случае. Death, taxes and lost data. Есть три вещи, которые гарантированы: смерть, налоги и потеря данных на компьютерных носителях. These are guaranteed. Вот это гарантировано. The second question. Если Тулси ушла, то какие будут реакции за это тот, кто поклонялся? Тому, кто... If Tulsi left her body, what will be the consequences, reactions to the person who was the worshipper? Ah, she does it all the time. Она постоянно так делает. She only stays in one body basically 5 to 7 years. В одном теле она остается от 5 до 7 лет. If she left earlier than that, it basically stupidity. Если она покинула тело раньше, то чаще всего это происходит по причине глупости поклоняющегося. The parents did something stupid. That's why. Why did the child die? The parents did something stupid. That's why.
Почему дети гибнут? Потому что родители делают что-то не то, совершают глупости. So therefore there must be a reaction to stupidity. И за глупость должны прийти последствия. Just like I was transplanting some tulsis. Однажды я пересаживал в тулоси. It's basically in April of the southern hemisphere. Это было в южном климате в апреле. So it was their cold season is basically June, July. Июнь и июль считается холодным временем года там. It's basically opposite of the northern hemisphere. То есть там все происходит наоборот, развитие климата наоборот происходит. So I was transplanting Tulsi Devi to try to help her survive the winter. Итак, я пересаживал Тулси Деви для того, чтобы она могла выжить зимой. So a manjari fell down and produced a lot of seeds. Одна манджари упала с растения и произвела множество семян. And so I transplanted 100 tulsi plants. В итоге выросло 100 тулоси, и я их пересаживал. And this devotee asks, what am I going to do with 100 tulsi plants? А преданный спрашивал, что теперь с этой сотней тулоси делать? And I go, well, at least you're going to cut the manjaris from now on. И я ответил, ну, по крайней мере, будет откуда собирать манджари. Interesting stuff. Интересная штука. И все-таки, если листик тулоси коснулся пола или упал на землю, его можно предлагать Кришне, или он считается нечистым, и его нельзя предлагать Кришне? But anyway, if tulsi leaf fall on the ground, on the floor, is it contaminated or not? Can it be used in offering bhoga and so on, or not? You can wash the tulsi leaves. Tulsi that falls on the floor, you can wash it and use it. Листья, упавшие на землю, можно помыть и использовать. Just make sure there's nothing weird in it. Nothing what? Nothing strange with it, mixed with it. Только убедитесь в том, что на этих листьях ничего необычного не осталось, не смытым. But you can wash it and use it. Можно помыть и использовать. Basically, anything that comes, see. Dried tulsi leaves are not bad for Dwadasi day. На Двадаши неплохо использовать высохшие листья тулоси. When you're not allowed to collect tulsi leaves. Но в Двадаши нельзя собирать листья с тулоси. It states in Hari Bhakti Vilas chapter 7 verse 263 quoted from Vayupurana. В 263-м тексте 7-й Виласы Хари Бхакти Виласы приводится цитата из Вайупураны. That if you don't have tulsi for any reason, you can touch a tulsi stick as an offering of tulsi or invoke her name. Там говорится, что если у вас нет листьев тулоси для предложения бхоги, то вы вместо них можете использовать веточку тулоси, касаясь ею подношения, либо просто произнести имя тулоси. So I was shocked. Я был потрясен. Vishnu is everywhere. His spouse is not. Я подумал, Господь Вишну повсюду присутствует. Неужели его супруга не присутствует повсюду? Of course she must be everywhere. Наверняка она везде присутствует. Hmm. So on Ekadasi day, the day before Dwadasi, you can collect double. Итак, на Экадаши, то есть на день, который предшествует Двадаши, можно листьев собрать в два раза больше. If you forget it, then no problem. Если собрали, забыли собрать, то все равно не проблема. You can use dry things, dry products. Можно высохшие листья использовать. Либо можете веточкой тулоси касаться подношения. Or invoke her name. Можете даже произнести ее имя. Also, what do you do with tulsi that's left her body? И следующий вопрос. Что делать с тулоси, которая оставила тело? You can use it for neck beads. Можно делать кандхималы из нее. Or you can use it for japa beads. Можно чутки из нее делать. Or if it's really small, you can break it into pieces. Также, если она небольшая, то можно ее на кусочки поделить. Or you can put it in ghee wicks. Можно заворачивать в фитили промасленные ги. And that Padma Purana says it's a thousand. Skanda Purana says a million. The bottom line is it's better than one. И также есть Skanda Purana и Nasa Purana.
Padma Purana says 1000. А в Падма Пуране говорится, что такой фитиль дает благо в 1000 раз больше, а в Сканда Пуране в 1000000 раз больше, чем обычный фитиль. Ну так или иначе, общего вот такой, что больше. At least it's better than one. По-любому больше, чем обычный фитиль. So you win. You don't lose by serving her. Так что, служа Тулсидеве, мы ничего не теряем. So you should try to keep her body as long as possible. Нужно постараться сделать так, чтобы она оставалась в теле как можно дольше. You transplant her gradually from one small pot to a bigger pot. Ее нужно постепенно из одного горшка в другой, каждый из которых последующий будет больше пересаживать. Every year it's like two, like 5 centimeters bigger than the previous pot. Каждый год размер горшка должен увеличиваться на 5 сантиметров. And the best Ekadasi is called Kamada Ekadasi. Самая лучшая Экадаши – это Камада Экадаши. That's the day that is recommended Shastra to transplant Tulsi. Именно в этот день Шастры рекомендуют пересаживать Тулси. Что делать Матаджи, если она является воплощением Майи, но ей не хочется вгонять в Майю Прабху? Женщина стоит на одном уровне с шудрами и несоответствующим своим качествам браманами. Это положение хорошо развивает смирение. Так ли хорошо быть живой в женском теле для духовности? Как жить после таких реализаций, если появляется желание к отречению? What can Mataji do if, as you told, she is an Maya embodiment for Prabhu, but actually she doesn't want to influence on Prabhu like Maya influence, and actually how can such Mataji live further her life after getting such realizations if now she is feeling herself to a desire to become Vairagi, and actually is it really nice to be jiva in a female body, is it beneficial for spiritual life or not? Such questions. First question is that what to do if a lady is what? The first question is Mataji knows that she is my embodiment, but she doesn't want to influence on Prabhus in such way. Basically, it means that she should act according to her nature and serve according to her nature. Решение такое, что нужно действовать и служить в соответствии со своей природой. Way, и таким образом защищать религиозные принципы своего мужа. The second question is how can she live her life further if she has got such realizations and now she wants to become a Vairagi? You can serve devotees and be renunciates, but you can't be a sannyasi. Можно служить преданным, можно быть отречённой, но стать саньяси нельзя. Because it's not Vedic culture for women to take the renounced order of life. Потому что ведическая культура не предусматривает того, чтобы женщины принимали отречённый уклад жизни. But they can be renounced. Но отречённая, она тем не менее может быть. Just like everybody should accept the renunciation from whatever it comes. Нужно принимать проявления отречённости отовсюду, откуда бы они ни поступали. There's a book distributor in Vrindavan that is my god sister. Есть у меня духовная сестра, она распространяет книги во Вриндаване. Now she had 8 children with her husband. У неё с мужем 8 детей. So I saw her December 25th. И в декабре 25 числа я ее увидел. And so I said, "Mother, how is your kids?" Я спросил у нее: "О, мать, как твои дети?" Because what relationship does a sannyasi have with his god sister? Потому что в конце концов, какие могут быть у саньяси отношения со своей духовной сестрой? Then she said, "Well, they are what they are." Она ответила: "Ну, дети у меня такие, какие они есть." Tells me everything. Ну, скажи мне все о них. Which of them are you proud of? Кем из них ты больше всего гордишься? She said 2. Она ответила: 2. And I said, 6 out of 8 are bums. It's not worth it. Я призадумался. Вот это да, 6 балбесов, которым ничего не помогло. She said, nothing was worth it for your guys.
Ничего на вас, ребята, не сработало. Then her vairagya came out. That's what I took. И затем она проявила вайрагью, которая так дожидался. I'm crossing my fingers, hoping that they may improve, and I'm not waiting for them. Она сказала: я стучу пальцами по дереву, чтобы они стали лучше, но дожидаться этого я не стану. So there are two daughters that she's proud of. Итак, у нее есть двое дочерей, которыми она гордится. The first one was Krishna Bhavana. Первую зовут Кришна Бхавана. And she was doing kirtan on Rama Navami. На Рама Навами она вела киртан. And she told me that I miss my children. И сказала мне о том, что скучает по своим детям. And I said, well, every mother has to be detached from your children. Looks like Krishna wants you to be detached a little early. И ответил ей: каждая мать должна быть не привязана к своим детям. Похоже, что Кришна хочет, чтобы с тобой это произошло пораньше. But she didn't feel like that, and her father did not feel like that. Но у нее такого отношения к этой ситуации не было, и у отца детей тоже не было такого отношения. So now she has custody of her children. She took her husband to court. And she won, and she has custody of her children. Так или иначе, прошел между ними двумя, мужем и ею, то есть женой, судебный процесс, в результате которого она вернула себе материнские права на детей, которых раньше была лишена. The second one that she's proud of. Второй ребенок, вторая дочь, которым она гордится. She said, when I think about it, I think that half of us should not have been born. Так вот, эта дочь говорит: я вот думаю о своих братьях, сестрах, и думаю, что половине из них, по меньшей мере половине, не следовало вообще появляться на этот свет. I told her that all, any lamentation you have to throw in the trash now. You have to be a guru, you have to be a guru now. You have a male child on your lap. На это я ответил: теперь у тебя перед тобой твои дети есть, ты для них гуру, поэтому отбрось все эти, всю эту скорбь, и будь гуру для них. So, when she had her first child, I said, you'll probably want a second one for the first one to play with. Когда у нее был только один ребенок, я ей сказал: должно быть, тебе захочется в будущем второго завести, чтобы первому не было скучно, чтобы ему было с кем играть. She said, I'm not going to fall into that trap. Она ответила: ну уж нет, в эту ловушку я не попаду. So then I was laughing with her husband. I said, it's too early for her. Мы вместе с ее мужем посмеялись над ней и решили, что она слишком рано это говорит. Give her more time between children. А? Give her more time between children. А. Нужно просто немножко подождать, чтобы новый ребенок появился. Now she has a second child. Сейчас появился второй. It's interesting stuff. Интересная штука. So the question is it beneficial to have female body for spiritual practice? Is it How old is it? It's not beneficial, but you're stuck with it. You have to make the best use of a bad bargain. То есть является ли женское тело благоприятным для духовности? Не особо является, но мы имеем то, что имеем, и нужно из невыгодной сделки наибольшую пользу извлечь. Да, давайте вопросы. Сейчас будет вопрос из интернета. Should we to be attached or not to be attached to our relatives if they are devotees? If they're devotees, you can be attached to them. Если они преданные, то к ним можно привязываться. Just treat all devotees. You're the servant of everybody. А? You're the servant of every devotee. Потому что вы, как преданный, являетесь слугой всех преданных. Now, what happens if your relatives are not devotees? А вот если они не преданные, что тогда? You should take the essence of what they state and apply that in your life. Из того, что они говорят и делают, нужно извлечь саму суть и применять в своей жизни. Just like I don't have a relationship with my father. Например, у меня с отцом моим отношений нет. I was trying to develop it. Я пытался их развить. But he didn't like it. Но ему не нравилось. I told him, I planted 36 fruit trees in upstate New York. А? I planted 36 fruit trees in upstate New York. He told. I said. А, это. Ага. Я сказал ему: я посадил 36 apple trees. No.
fruit trees. А, 36 фруктовых деревьев. And he said, I'm not interested in that. А он сказал, а меня это не волнует. So then, at the age of 6, he threw me in the garden. 6. At the age of 6 years old. В возрасте 6 лет он меня отправил в сад. So he didn't know that it was my propensity. Он не знал, что эта деятельность является моей склонностью. It was his grihastha duty. Просто он выполнял свой долг грихастхи. He was not interested in it. It was just he was just doing a duty. That's all. Ему не было особо интересно выполнять этот долг, просто он выполнял свой долг. I don't quote my father much. I do not quote my father much. Я не так уж часто привожу слова, цитирую слова моего отца. He said that hard work and fresh air doesn't hurt nobody. Он сказал однажды, что еще никому вреда не причинили тяжелый труд и свежий воздух. That's good. И это хорошо. You can keep that in Krishna consciousness. Вот эту идею можно применить в сознании Кришны. See what the non-devotees say. If you can cross-reference it from Guru, Sadhu, and Shastra, then you have something. Если непреданные что-то говорят, и при этом это каким-то образом соотносится с Гуру, Садху и Шастрой, то это можно применить. Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вопрос первый, как прогрессировать матаджи в сознании Кришны? Спасибо. Второй, как бороться с вожделением? The first question is, how can Mataji to what is the way for Mataji to progress in spiritual in Krishna consciousness? And the second question is how to overcome lust. Yeah, serve according to your nature. Нужно служить в соответствии со своей природой. You're not doing service because you have to. You do service because you want to. Мы служим не потому, что должны, а потому, что хотим. И это две совершенно различные ситуации. So that is the way to make advancement. Таким образом можно продвигаться. For male or female, doesn't matter who you are. И не важно, кто вы, мужчина или женщина. Just serve according to your nature. Просто служите по природе. That will help you. И это вам поможет. Our second question? So how can overcome lust? You have to turn it into love of Godhead. Вожделение нужно преобразовать, трансформировать в любовь к Богу. By offering it to Krishna. Предлагая его Кришне. Hard work. Совершая тяжелый труд. And for those that are married. Те, кто находится в браке. Then you should congratulate them if they're devotees. Then you should congratulate them. Те, кто находится в браке, достойны поздравлений, если им одновременно с этим удается быть преданными. Потому что очень нелегко сочетать эти две вещи, быть семейным человеком и быть преданным. Правда ли, что Шрила Прабхупада пастушок в духовном мире? Is it true that Шрила Прабхупада is a coward boy in spiritual world? Officially, we do not know. С официальной точки зрения нам по этому поводу ничего не известно. А неофициально, если говорить, то да. He spoke it himself. Потому что это он сам сказал так. And one GBC lady, I mentioned it to her in 2003, and she told me that she lost it, she found it again. И одна матаджа, которая является членом GBC, в 2003 году написала подношение Шриле Прабхупаде, которое она в свое время потеряла, а я ей это подношение вернул. It was an offering that she wrote to Prabhupada. Так вот, она написала подношение Шриле Прабхупаде. And she was quoting a devotee 50 years ago who said that you were a coward boy. И там она в этом подношении приводит слова преданного, который 50 лет назад, 15 or 50? 50 лет назад сказал о том, что вы сказали, что вы мальчик-пастушок. Шрила Прабхупада так и сказал, так и было, так и есть. Then later on, he said, she's become advanced now. Whatever she prints, she writes, can be put back to Godhead.
who told this and about whom? Prabhupada said about this girl. Также Шрила Прабхупада об этой Матаджи, член GBC, сказал, что она успешно духовно продвигается, и теперь все, что бы она ни написала, нужно печатать в журнале Back to Godhead, обратно к Богу. So then this GBC lady asked Prabhupada. Так вот, эта Матаджи, член GBC, задала вопрос Шриле Прабхупаде. The ramblings of a girl, can we, how should we approach that? The ramblings of a girl. What is it, ramblings? Ramblings means the speech of a girl. Uh-huh. How should we approach that? Approach speech? Yeah. И вот она задала вопрос Шриле Прабхупаде. The speech of a girl. Uh-huh. Should we accept that? Можем ли мы принимать то, что говорят девушки? Is there any truth to this? Может ли там содержаться какая-то правда, истина? Prabhupada said, yes, I'm a cowboy. И Шрила Прабхупада сказал, ну да, я мальчик-пастушок. So basically that's it. Вот так и есть. We can talk all we want, but when you say with your own mouth that all speculation ends. You mean when Шрила Прабхупада told something? Yeah. То есть сами мы, каждый из нас, может что угодно, о чем угодно говорить, но когда это исходит из уст Шрила Прабхупады, то всем сомнениям и кривотолкам приходит конец. If Tulsi plant left her body, can we use the same pot and the same ground inside pot for new Tulsi plants? It depends on how long before she left. Это зависит от того, сколько времени прошло с момента оставления тела Тулси Деви. If she left, you transplanted Tulsi and she left after 7 months, then no. If you left, she left right away after you transplanted, then yes. Если вы пересадили Тулси Деви, и она в этом горшке прожила полгода, 6 месяцев, тогда нет. А если вы пересадили, и она тут же оставила тело, то можно использовать повторно. You basically have to think, can I reuse that dirt or not? То есть нужно задуматься, можно ли повторно использовать эту почву или нельзя. Sometimes the dirt has been used by the roots. It's dead dirt. А? The dirt is dead. Иногда бывает, что корневая система предыдущего растения уже извлекла все из этой почвы, поэтому она не годится. А какой там еще вопрос был второй? Можно использовать горшок, который мы начали. Нет, это только что был. Второй горшок, почему нельзя использовать? Про Госвами. Ага. The second question is that Госвами Махарадж promised to no, you promised to Госвами Махарадж that you will get to know why actually we cannot collect leaves and disturb Tulsi Devi on Dvadashi. So the question is, do you have such information now or not? I promise, if wishes were money, we would all be rich. Были бы наши обещания денежками, мы бы все давно разбогатели. I tried to find it, but I couldn't find it. Я хотел, конечно, найти, пытался, но не смог. The main reason is that our acharyas tell not to. Основной причиной является то, что наши ачарьи говорят, что так не надо делать. People ask me this question all the time. Этот вопрос люди мне постоянно задают. One of the Sanskrit in Hari Bhakti Vilas says, Начиндату ласиве пра вайшнавам двадасам кучит. О, scholar, you should not collect tulsi on the Dvadasi day. В Хари Бхакти Виласе приводится шлока, там говорится, о, ученый, ты не должен собирать листья тулоси в день Двадаши. And on the second one, следующая шлока, вторая. It says, those who don't want to decrease their duration of life should not collect tulsi on Dvadasi or amla leaves on Sunday. In Kartika month. In Kartika month. А в следующей шлоке говорится, что человек, который не хочет сократить продолжительность своей жизни, не должен собирать в Двадаши листья тулоси, а также не должен собирать в месяц Картика по воскресеньям плоды с дерева Амалаки.
So these are basically two pramanams I've got. Итак, вот такие две праманы, которые у меня есть. We don't, and the next question is that, well, it's basically the forbidden times to collect tulsi. Следующий вопрос возникает такой: существует время, когда запрещено собирать листья туласи? This is Hari Bhakti Vilas, chapter 7, verses 357 onwards. Это седьмая виласа Хари Бхакти Виласы, текст номер 357 onwards. 357 текст и далее. So Sankrantya Dhauna Siddhuapi. The Sanskrit says, from the day of Sankranti it is forbidden to collect tulsi. Там говорится, что запрещено собирать листья туласи в день, который называется Санкранти. So Sanatan Pad gives his commentary. Sanatana Goswami комментирует эту шлоку следующим образом. Sankranti Adau means the first day Sankranti, the first day of the lunar month, Pratipat the first day, Panchami the fifth day, Purnima the full moon day, Amavasya the new moon day. Он там перечисляет различные лунные дни. Санкранти первый лунный день, Панчами. The fifth day. Пятый лунный день. Пурнима. Пурнима. Пурнима is the full moon day. Полнолуние. And Амавасия is the new moon day. И Амавасия новолуние. He says, "Dvadashane Vineshate, don't collect on Dvadasi." И дальше он говорит: не собирайте листья туласи на Двадаши. So then the next question is that I have is that how is Dvadasi better than the other days? И следующий вопрос, который у меня возник, это чем день Двадаши выделяется среди остальных дней, чем он лучше? So I asked Bhaktivigyan Goswami Maharaj, but he didn't know the answer. Я задал этот вопрос Бхактивигьяне Госвами Махараджу, но ответа у него не было. You may not know the answer, but I'm going to try to get it. То есть ответа у вас может не быть на этот вопрос, но я по-прежнему пытаюсь его найти. But I didn't get it. Но так и не получается. Как понять свой долг и свое предназначение? How can one understand his duty and his dharma? Astrology helps you. Astrology chart will help you. Вам поможет натальная астрологическая карта. You can also ask your friends. Think about it and ask your friends. Также вы можете обратиться за помощью к своим друзьям. They probably know you better than you do. Которые наверняка знают вас лучше, чем вы сами себя знаете. These are different ways to find out your nature. Есть разные способы определить свою природу. Пожалуйста, расскажите о туласе в разных горшочках, разные личности с разными настроениями. Пожалуйста, расскажите о туласе в разных горшочках, разные личности с разными настроениями. Is it so that if туласи plant are in different pots, it means that they are different personalities with different races? No. Нет. Bhakti Siddhanta's wife asked Prabhupada this question in 1976. В 1976 году жена ученика Шрилы Прабхупады, которого зовут Бхактисиддханта Прабху, спросила у Шрилы Прабхупады. About tulsi plants. Задал вопрос про растения туласи. And, whether they different living entities. Находятся ли в каждом из этих растений разные живые существа? So Prabhupada replied, no. Tulsi is one living entity who appears wherever there's love for Krishna. Шрила Прабхупада ответил: нет, Туласи Деви – это одно живое существо, и оно проявляет себя там, где присутствует любовь к Кришне. За убийство отрубают голову, за воровство – руку, за что – ногу. The head can be cut for murder, the head can be cut for stealing, and the question is, the leg can be cut for what? I don't know. Не знаю. I haven't heard about it. Не знаю. I heard that thieves have their right hand amputated. Я только знаю, что ворам правую руку ампутировали. It's also in Muslim culture also as well. В мусульманской культуре то же самое есть.
We want to thank everybody that have answered the questions. Мы хотим поблагодарить всех тех, кто задали нам сегодня свои вопросы. It's time for parikrama. Настало время совершить парикраму. Seven times around Govardhan Shilas is one Govardhan parikrama without buying a plane ticket. Семь раз обойти вокруг Говардхан Шилы это все равно, что полностью обойти холм Говардхан, при этом не нужно покупать авиабилет в святую Дхаму. If you want to have a nice Govardhan parikrama, don't go between Ekadasi and Purnima. Если хотите хорошо пройти холм Говардхан, не делайте этого в период от Экадаши до Пурнимы. There is one resident of Radhakunda. Есть один житель Радхакунды. That goes around the temple of the tongue of Govardhan. Который в этот период времени обходит Джихва-мандир, то есть так называемый язык холма Говардхан. Seven times on between Ekadasi and Purnima. В период от Экадаши до Пурнимы он обходит этот храм семь раз. It's basically the same thing. И это равноценно. So, all right, Hare Krishna. Шрил Бхакти Шамба Мадо Махараджа Ки. Шрил Прабхупада Ки. Нитай Гаура Примананда. Ки.